Легкие? Нет, ерунда. Что? Проклятая загадка Брока. Больше убавляешь, больше становится. Нет уж, я так просто не сдамся. Раз ты так расстроен, он уже победил. Правильно ли я понимаю, что ты как-то познакомился с дочерью Тора? Да, Рут классная. Она хочет однажды стать валькирией. У нее точно получится. Я, конечно, рассказал о нашей встрече с валькириями, но, кажется, она мне не поверила. Да и в то, что я про ее деда рассказал, тоже. Мало кто готов признать правду о своей семье.
Правда, не всегда дается легко. Еще одна могила берсерка. Ялти невозмутимая! За короля! Могилы светлых эльфов. Так много. Убивали своих, защищая тайны. Жестоко. Таков. Может, дневник поможет Бюкеру и его народу найти другой. Ялпа!
палка. Смотрительницы не видно. Или же опять спряталась. Неважно. Дневник у нас. Вот и все. Thank you.
Итак, братья, вам все-таки удалось убить Гарма? На самом деле мы убили его несколько раз, но без толку. Потом я подумал, что остановить существо без души можно, дав ему душу. И я подарил ему ту, что была у меня. Прости, что? Душу Фенрира. Помнишь, отец увидел вспышку? Ту магию, которая случилась, когда умер Фенрир. Я случайно заключил часть его души в свой нож. И когда я это понял, я поместил Фенрира в Гарма. Умно придумано. Душа верного щенка в теле огромного зверя из Хеля. Просто гениально! Брат, а оракулы в твоих землях? Они, по-твоему, управляли событиями? У них была какая-то цель? Я не сомневаюсь, что они блюли свои интересы. Но, судя по моему опыту, они сами могли стать жертвой своих пророчеств. Должно быть, интересный был опыт, брат. Я обратился за помощью к оракулу, чтобы вырваться из рабства Ареса. У одной жрицы были видения, будто Олимп падет по вине бога войны. И она решилась помочь мне, надеясь ослабить Ареса и защитить свой мир. Но не предвидела, что я убью Ареса и займу его место. В итоге, я помог сбыться ее пророчеству. И Оракул сама приблизила то будущее, которого надеялась избежать. Отличная у нас подобралась компания. Мимир, ты знал Гарма? Почему он оказался в заточении? О, зверь-страж из Хеля. Веришь или нет, но раньше Мидгард был куда больше. А как-то Гарм, еще совсем щенок, проголодался. Он съел Мидгард? Всего пару горных хребтов. И пятое время года, между зимой и весной. И еще то слово, каким называлось чувство, когда ты так долго не ел, что уже и не хочешь. Ты шутишь надо мной. Да ну что ты!
Загадка Брока. Может, ответ это ничего? Больше убавляешь, больше становится. Ничего. Нет, это вряд ли. Не люблю загадки. Рукоять жаждет, чтобы мы сошлись в битве. Жестокая, свипа холодная и вёк надменная. Слушай, а как Гарма вообще удалось поймать? Тюр заманил зверя в безопасное место и отвлек его внимание, любезно предложив пожевать собственную руку. Как только его посадили на цепь и открыли ворота в Хельхейм, Гарм в отместку откусил Тюру всю руку. Но у Тюра все руки на месте. Ну, она потом отросла. Он все-таки очень талантливый бог.
Мимир, если хочешь, накричи на меня за то, что я ушел. И чего я этим добьюсь? Тебе станет полегче. Нет, ты не решился доверить мне свои тревоги. Эту рану не так легко залечить. Прости. Не извиняйся. Это моя беда. Три легендарных оружия. У тебя есть любимый, отец? Нет. Это средство для достижения целей. Нет смысла выбирать любимое. Мое топор. Мне тоже нравится топор. Эсса, Рифа!
Принцесса! Принца! С правой стороны! Лесса! Рифа! Лесса! Рифа! Лесса! Рифа! Лесса! Рифа! Лесса! Рифа! Лесса! Рифа! Почти вышло! Сурово! Ты как, брат? Лесса! Рифа! Так, справа! Лесса! Рифа! Говорит со своим молотом. О, он не перестал? Нет. Он что, читает заклинания? Или заговаривает сталь? Нет. Он просто странный. Кстати, Один позвал меня осмотреться, и его вороны отнесли нас в Свартальхейм, где я встретил Дурлина. Он пытался заниматься своей работой. Мы сделали вид, что не узнали друг друга. Ну, я надеюсь, он сделал вид. Так вот, Один, похоже, не знает, что Дурлин помог нам найти Тюра.
Брат, а ты не любишь загадки? Нет. Ты просто не слышал хороших загадок. Вот, в юности я длинная, а в старости короткая. Кто я? Свеча. Ага. Слышал ее уже? Нет. Ага. Ну что, понравилось? Нет. Атрей, я тоже видел Дурлина. Один появился, когда мы выковали копье. Дурлин был с ним. Один угрожал ему, будто знал, что мы знакомы. Но раз Один знал, получается, пока мы делали вид, что не знаем друг друга, он делал вид, что не видит нас насквозь. Он и правда отличный лжец. Huh?
Эй, Мимир, правда неожиданно, что из нас с Тюром именно я великан, а? Это точно.
Там что-то есть.
Бесконечность. Но чего? Могущество? Перспектив? Амбиций? Туманно как-то.
Значит, новое копье отца сделано из кольца? Да, Драупнир. Его сделали братья Хульдры в дар Одину. Что оно делает? То и дело, Драупнир создает свои копии. Видимо, Хульдры решили, что одно золотое кольцо – славный подарок, но бесконечный запас таких колец обеспечит им теплое место в сердце Одина. Но не вышло? Ну, конечно же. Мимир, если мне кто-то понравился, как узнать, нравлюсь ли я тоже? Ты кого-то встретил? Я... нет. Просто любопытно. Да ладно. Неважно. Да. Неважно. Похоже, предки эльфов писали много. И никто из светлых или темных этого не видел. Им бы не помешало почитать.
Слушай, когда ты спрашивал о том, кто тебе нравится, ты имел в виду Труд? Труд? Нет. Я просто... Я не спрашивал ни о ком конкретном. И, ну, Труд нравится Скьёльду. Но она думает лишь о том, как стать валькирией. Она целеустремленная. Да, конечно. Ну, ты же знаешь, если тебе захочется обсудить то, о чем мы говорили... Знаю. Все хорошо. Правда. Обратно в Свартальфхейм. У нас осталось неоконченное дело. Мы встретили призрака, который хочет узнать, что стало с его сыном. Отлично. Снова вы. Надеюсь, вы пришли убрать то, что натекло с этой вашей запасной головы. Мы это сделали. Это не исправит того, что я натворил. Но, надеюсь, немного улучшит ситуацию. Идем, брат. Твой молот. Спасибо. Может, против прихвостней Одина толку от него не так много. Но когда ребята его увидят, поймут, что мы не сдались. Пока еще нет. Не думал, что еще когда-нибудь его увижу. Дурлин. Кратос. Извини за... за то, что так говорил о твоей жене. Не стоит. Нет. Позволь извиниться. Ощущение копья всеотца в спине побуждает к поискам прощения. Достаточно, если ты замолчишь. Ну, как скажешь. Ты говорил о борьбе, а вместо этого пьешь. Ты ничего не знаешь о моих планах. Они уже в действии. А пока что я не планирую отправляться в Вальфхейм в трезвом виде. Если асы меня продырявят, уж лучше я буду в стельку пьян. Ты смотришь. На тебя трудно не смотреть. Будь у гномов твоя силища, Один бы никогда не навел тут свои порядки. Моя сила не зависит от моего тела. Конечно. Дурлин? Хочешь сказать спасибо за свежий воздух, которым дышишь? Мы остановили буровые машины. Я понял.
Сделаем вид, что все в соответствии с 97 статьями регламента по безопасности, регулирующего управление, обслуживание и остановку указанного горнодобывающего оборудования. Как угодно. Все равно спасибо. Это много значит.